contracts, looting or eliminating targets. All right, soldier. Mark a drop point for your team. Give it to me. Thank you.
Vehicle deployment in progress. Target marked. Requesting close air support. This is Phoenix 3. Good copy. Strike inbound. Enemy soldier incoming. Impact. No kill. Target spotted. Contact. Enemy recon drone in your area. Enemy target soldier spotted. Incoming. It's a Claymore. Чё, как, зрители? Да, в этом ролике есть и мой голос тоже. Вообще, изначально, думаю, можно понять, что я не хотел в этом ролике сам как-то эмоционально рассказывать, что здесь правильно, что неправильно, что лучше, что хуже. Поэтому мне хотелось сделать это видео таким, чтобы сам геймплей говорил за себя. Но, честно, мне так было лень продолжать играть Call of Duty Cold War и указывать на вот эти детали, которые были сделаны неправильно, потому что, на мой взгляд, просто игра в целом вся ощущается неправильно. Есть лишь один плюс Cold War относительно Call of Duty Modern Warfare 2019. Это, наверное, то, что когда ты вставляешь пластины, у тебя пластины заменяются не сегментами, а просто полоской. Это единственный плюс, который я могу назвать за все мое время игры в Cold War. По всем остальным фронтам игра, ну, полнейшее разочарование. То есть это настолько большой фейл, и думать о том, что, о, блин, это всего лишь бета, и они исправят это к релизу, ну, просто абсолютно глупо. Поэтому даже если бы я захотел сесть и потратить там еще часов 10, записывая различные кусочки, говоря еще отдельно про мультиплеер со своими тремя полосами и открытыми местностями, простреливаемыми со всех сторон для снайперов. Даже если не говорить вот про всю стандартную чушь, которую населяют игры Treyarch, лично, на мой взгляд, на игру просто жалко тратить время. Потому что явно разработчики сами это время не потратили, судя по тому, сколько, как мало усилий они вложили в игру. То есть они даже не могли посмотреть в сторону Infinity Ward, посмотреть, что они там вообще сделали за это время, посмотреть, как работает их движок. Они решили, а, и так сойдет, мы возьмем движок от Black Ops и просто сделаем свою версию того, что делали Infinity Ward. Но это так глупо, это так херово.
каждый раз, когда речь заходит про потраченный потенциал впустую, я завожусь в этих роликах. И честно, мне не хотелось, чтобы этот ролик был одним из них. Мне кажется, это убьет суть, которую я пытаюсь донести. То, что игра просто не стоит своего времени. По крайней мере, в мультиплеере. Может быть, сингл будет великолепный. Возможно, сингл Cold War будет лучшим синглом за долгое время. Ну, то есть, мне лично сингл в Modern Warfare 2019 не понравился. Но в этом в основном была проблема сюжета. Но я не думаю, что каким-то образом сюжет в Cold War станет еще лучше. То есть, скорее всего, это будет та же самая клюква, как и обычно, только с графикой и стрельбой похуже. Но в целом, да, я просто хотел внести разъяснение для тех, кто досмотрел видео до этого момента. Возможно, вам было действительно интересно узнать о всех различиях и минусах, и мелочах, которые сделали неправильно в Cold War. Их очень много, и в самом ролике я... Это даже не вершина айсберга. Но лично мне просто лень записывать материалы, перебирать через каждый из этих моментов, потому что этого так много проблем у игры. Я даже не делаю отдельный акцент на том, что перезарядки там стали хуже, ощущение стрельбы стало хуже, или то, что звуки стали хуже. Потому что, на мой взгляд, это и так без моих комментариев понятно. Надеюсь, что я донес свою мысль, что Modern Warfare от Infinity Ward в свои лучшие моменты пытается быть быстрым и отзывчивым, постоянно давая игроку по-разному взаимодействовать с миром. Cold War от Rearch — это старческий Call of Duty с избитой до смерти формулой, в которой добавили реактивные подкаты, но при этом все остальное супер медленное и неотзывчивое. Кинуть гранату превращается в медитацию над насилием. Реально так долго на это уходит времени. Взаимодействовать с объектами можно лишь стоя на месте и смотря на них неподвижно. В то время как в Modern Warfare ты можешь смотреть по сторонам на случай, если тебя пытаются обойти со спины. Да, Modern Warfare не идеален. Ну, в нем куча вещей, которые можно исправить, вроде лута, вылетающего с противника, который в поту перестрелки приходится собирать с земли вместо альтернативы, как в PUBG. Или то, что в GOAKI продолжают по каким-то причинам добавлять винтовки и пулеметы. Но он дает тебе варианты, в то время как Cold War их отбирает, заставляя играть примитивнее. Возможно, поэтому дизайн локации выглядит, будто это Minecraft или мобильная версия с кубическими соотношениями и пропорциями. Серьезно, вы просто посмотрите на это. Это какой-то игрушечный домик. Может, поэтому, когда ты стреляешь по противникам, это звучит как постукивание по стальному чайнику. Да и в целом оружие звучит игрушечно. Может, поэтому ты можешь положить противника с двух плохо анимированных ударов, возвращая нас на 10 лет назад. Знаете что? Я заберу свои слова обратно. Трящ было не насрать на игру. Они хотели насрать напрямую на игроков, которые продолжают это покупать и нахваливать. Которые говорят, что анимации не такие уж плохие. Которые говорят, что карты сделаны здорово. Или еще какую-то чепуху. Я надеюсь, что эта часть провалится, чтобы Activision наконец-то стряхнула штаты разработчиков и дала поджопники ленивым конъюнктурщикам. Кстати, напишите в комментариях, кто досмотрел видео до этого момента. Что вы в целом думаете о игре? Заодно мне интересно, сколько людей скликнуло с видео, думая, что это очередной ролик без моих комментариев. Поэтому да. Я в прямом эфире реагировал на бету на своем стриме, поэтому если вам интересны стримы или мое мнение об играх в прямом эфире, то заходите на стримы, ссылка будет в описании. Увидимся в следующем видео. Пока и абдя-абдя! Ну, потому что абдя-абдя родилась в ролике про Call of Duty Black Ops, поэтому я подумал, знаете что, в этом ролике можно сказать абдя-абдя.